Незаконное образование. Мария Захарова советует киевским властям посмотреть фильм о Крыме. Возможно, тогда чиновники поймут, что унижать права национальных меньшинств плохо. Официальный представитель МИДа России призвала мир заставить Киев отменить новый закон об образовании. Документ противоречит Уставу Совета по правам человека, нормам Совета Европы, правилам ОБСЕ, объяснила Мария Захарова. Мы призываем правительство всех стран к принятию эффективных мер с целью его отмены. Исходим из того, что Совет по правам человека ООН, Консультативный комитет Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, Комитет экспертов Европейской хартии региональных языков и или языков меньшинств и другие профильные международные структуры безотлагательно дадут объективную оценку этого законодательного, если можно так его назвать, акта. Новую редакцию закона об образовании Порошенко подписал 25 сентября. Документ запрещает обучение детей на иностранном языке, начиная с 5 класса. Это ставит вне закона сотни школ, где учатся представители национальных меньшинств. Протест по поводу закона уже выразили Болгария, Греция, Молдавия, Польша. А президент Румынии даже отменил свой визит в Киев.